компьютерная мышка для ноутбука. В этом видео познакомимся с компьютерной мышкой Oklic 488MW. Комплектация. Беспроводная мышь, одна батарейка типа 2А, USB-ресивер, документация. Теперь смотрим на мышку. Это небольшой грызун с длиной в 100 мм. Пользователям с крупными ладонями придется привыкать к ее размеру. Также любителей тяжелых мышек поразит вес в 50 грамм, без учета батарейки. И заканчиваем по корпусу на форме. Это симметричная мышка для правой и левой руки. По клавишам без излишеств. Левая, правая клавиши, колесо и кнопка изменения DPI под ним. Чувствительность оптического сенсора меняется в трех значениях – от 800 до 1600 DPI. И заканчиваем на подключении. Эта беспроводная модель работает за счет USB-приемника с дальностью действия в 10 метров. Для него предусмотрен отсек на дне мышки. Подведем итоги. Эта небольшая беспроводная мышь подойдет пользователям ноутбуков, не желающих пользоваться трекпадом. За счет маленьких габаритов ее удобно носить с собой, а практичный матовый пластиковый корпус не будет собирать царапины в сумке или рюкзаке.